В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 одним из наиболее острых вопросов остается обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты. Посильную помощь врачам Верхневолжья в этом оказывают тверские предприятия. Одно из них наладило производство и выпуск пластиковых защитных экранов. Первая партия уже поступила в больницы регионального центра. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот так методично и тщательно работница сборочного цеха «Юносиль» вручную собирает очередной пластиковый защитный экран. На сборку одного такого экземпляра уходит до 10 минут. За день девушка успевает собрать десятки изделий. Чем больше делаем, тем быстрее получается. Производство защитных экранов было налажено в этом небольшом цехе одного из тверских предприятий. В докоронавирусное время компания занималась разработкой и созданием макетов и объемных моделей для презентации. Однако мировая пандемия и наложившийся на нее экономический спад вынудили фирму искать новые виды деятельности. И это им удалось. Здесь начали выпускать то, без чего в разгар эпидемии просто не обойтись. Пластиковые защитные экраны для медиков, похожие на те, что нередко используют хирурги, чтобы защитить самые уязвимые для проникновения вируса зоны – глаза, рот и нос. Производство состоит из двух этапов – нарезка заготовок с помощью лазера и ручная сборка. В составе изделия, говорят производители, безвредные материалы. Пластик используется ПЭТ, это то, что мы в быту, бутылки ПЭТ, да, это тот же самый пластик, он безвредный, позволяет производить дезинфекцию, соответственно, и использовать повторно при необходимости. Директор макетной мастерской Михаил Разумов с нескрываемой гордостью надевает изготовленный на его предприятии защитный экран. Особенность конструкции, рассказывает специалист, в том, что своей кожей человек не контактирует с пластиком, лишь с прижимной резинкой. Модель позволяет также регулировать угол наклона экрана. Изделие очень легкое и практически не ощущается на голове. Его уже оценили медики лечебных учреждений Твери. В настоящее время в больнице города поставлена первая партия защитных экранов. Это порядка 1000 экземпляров. Уже поступили в 5-ю больницу, в 4-ю, 8-ю поликлинику, областную больницу. Узнали у врачей, они сказали, что не хватает таких экранов. Покупали они до этого их. Те экраны были достаточно тяжелые, не очень удобные. Тем более длительное время, если находиться в нем, голова устает. Примечательно, что защитные экраны поставляются в медицинские учреждения города на безвозмездной основе. Партнером небольшой макетной мастерской, где изделия производятся, выступила тверская компания, специализирующаяся на торговом оборудовании для супермаркетов. Мы сами сделать не можем. Мы просто нашли ребят, которые действительно это делают. И делают великолепно, и все лучше и лучше у них получается и по качеству, и по количеству. И мы просто помогаем финансово. И это также достойный пример социально ответственного бизнеса и взаимопомощи в предпринимательской среде. Ведь благодаря этой акции у компании получилось сделать сразу две очень полезных вещи. Снабдить медиков столь необходимыми в текущих реалиях средствами защиты и помочь в сложное экономическое время небольшому предприятию найти новую востребованную нишу и продолжить работу. Добавим, что тверские компании продолжают работу в новых условиях, в том числе используя меры государственной поддержки. В регионе разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, куда вошло 43 мероприятия. Губернатор Игорь Руденя подписал законы, в соответствии с которыми для почти 7500 субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.